дворники и фики. Не вылазим, живем тихо. Мы с Альцей, а Бобом тихом. Очень неприятно. Йоу, пацаны, а разве мы считаемся полноценными отшельниками, если ведем социальную жизнь в рамках нашего отшельнического круга? Все в порядке, брат, мы же родственники, мы одной крови. Не говорите про кровь, уроды! Мне от нее плохо. Когда уже учитель-спринтер вернется из магазина, я хочу кушать. Не ты один, брат. Поэтому за время отсутствия нашего сенсея я изобрел изобретение. Ух ты, это так изобретательно! Ты настоящий изобретатель, брат! Это устройство поможет нам заказать еду на дом, не выходя из дома! Скорее заказывай, брат! Ты мой родной брат, брат! Мы братья по разуму и по крови! Заткнитесь, мрази! Итак, вот оно! Сейчас я свяжу нас с пиццерией! Кто будет говорить? Чернее! Ну, эй! Вы же знаете, что я боюсь разговаривать по телефону! Ты это придумал? Ты и действуй! Я боюсь! Не давите на меня! Мы умрем от голода, братва! Не паникуйте, братья! Родимые! Брат за брата! Я готов рискнуть! Ради выживания! Ты наш лидер, брат! Держи трубку, брат! Здравствуйте, доставка пиццы! Чего желаете? Алло! Здравствуйте! Ау! Вы хотите пиццу или нет? Так, с нас хватит! Хватит этих приколов, хулиганьё! Мы отследили звонок, мы сейчас приедем, и мы... Да мы вас порешали! Я выпущу вам кишки наружу, оторву вам губы! Доставка пиццы сейчас приедет! Живём, братва! Да! Да! Мы не любим вслух беседы, супер-ниндзя, домоседы. Не люди, мы пиццееды, за доставку на дом! Заказывай абсолютно любую еду на дом, без телефонных разговоров, через Delivery Club. Доступно в iTunes, Google Play, а также прямо с компьютера. Ссылки в описании.